Йоу, всем привет, друзья, с вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, Дима и Фокус. И сегодня один из нас станет кровожадным зомби в Майнкрафте и будет пытаться всех заразить. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! На этой карте выжившие должны будут сбегать от зомби, который может их покусать и сделать одним из них. Но пока этого не произошло, нужно всеми способами пытаться свалить. Посмотрим, смогут ли выжившие этого добиться. Также не забывайте подписываться, ведь наша команда стресса делает для вас годный контент каждый день. Ну а теперь бери чего-нибудь вкусненького и приятного просмотра. Ну что, давайте переходить к выбору роли и погнали в зомби-ленд. Надеюсь, что я смогу наконец-таки уже сыграть за зомби, потому что давненько я не был зомби. Такс, и... нет, я не зомби, ну ладно. Так, вот бы тоже быть зомби, я обожаю играть за зомби. Ага. Не надеюсь, что я в этот раз не буду зомби, потому что я уже наиграл. Мне кажется, что... ну... классика. Все, давайте валить от меня. Побежали. Так, ребят, ну что, действительно, снова фокус зомбак, и это плохая новость, потому что у него 1000 IQ, и он по-любому будет придумывать какие-то суперкрутые планы, как нас поймать. Но мы должны тоже начинать думать головой, и я уже вижу мертвого какого-то чувака, полудохлого. Так. Может, он не мертвый, просто сидит. Вроде еще жив, да. Если хотите сбежать, нужно как-то добраться до этого вертолета. Где-то на крыше здания еще должна быть карточка от оружейки. От какого вертолета? Вы видите где-то здесь вертолет? Да я вижу только рыцарей, кстати, странно. Так, блин, вертолет пока не видно. Ну ладно, значит, он где-то тут есть, надо будет его искать. Еще где-то здесь есть оружейка. Тут дверь с карточкой, вот. А, вот она. Так, оружейка. Что тут еще есть? Что тут еще? Идем искать карточку, значит, а то без оружия вообще никак. Так, блин, да. Я подумала, что тут можно дотянуться, но на самом деле не дотянуться. Блин, походу нельзя, но тут тоже что-то есть, нужно лук и стрелы, чтобы эту штуку открыть. Угу. Так, что еще? О, выход на улицу, и я вижу вертолет, смотрите, вон он. Да, ой, да. Сори. Так, ну что, давайте еще пробежим. Тут. Он тут уже. Так, бежим. Валим. Нам нужно куда-нибудь спрятаться. Он прям близко за нами, был. За нами бежит, да, сзади. Так, вижу. Можно кругами бегать. Так, давайте, короче, разделимся. Временно разделимся. И потом снова в ту комнату вернемся. Так, я нашел две газовые гранаты. Отлично, мы разделились. Да я вот бегу. А, он за Гулей там бежит, за Гулей. Гуль, ты жива? Да, жива. Он, по-моему, за тобой там бегает или нет? Не знаю. Так, ну я тут что-то бегу. Я боюсь останавливаться, но я тут в какой-то столовке вообще, ребят. Я нашел еще какое-то здание. Бургер. Ты что? Гуля, а, вот тут! Он у меня! Он у меня! Так, Дим, беги. Он, короче. Да, бежит! Бери быстрее. Я гранату взял. Я, короче, закинул. О, погоди! Смотри, что тут есть, Тут, походу, можно как-то. Допрыгнуть! Так, я долетел. Смотри, куда допрыгнул. Походу, это проход куда-то. Ну, давай тоже прыгну. Ну, попробуй. Погнали. Так, а Гуля, где? Я тут бегаю, а вы где? Да, так, мы на месте. Блин, тут с вертолетом какая-то проблемка, смотри, произошла. Да. Походу, за гранаты. Так, ну я надеюсь, на нем еще можно улететь. И, кстати, смотри, там внизу еще два вертолета. Походу, кто-то тут пытался уже сбежать, но, видимо, не удалось. Так, ну ладно, попробуем. Так. Мне вообще не нравится то, что мы Гулю опять оставили, а то... Так, да, я тут спрячусь, я спрячусь, у меня есть план, я его придерживаюсь. Так, ты пока, да, спрячься. О, реально, он нас тут не достанет, как думаешь? Да вроде нет, не достает. А, достал! Тихо, так, уходим. Ты чё, прям... Я вас нашла. Убегай, Гуль. Я его, походу, переманила на себя. Так, ты его зря переманила, потому что он нас толком достать не мог, на самом деле. Так, карточка 5-го уровня есть. 5-го уровня, карточка... А, так это... Так, я пытаюсь от его оторваться, запутать. Да, погнали. Идем спасать Гулю. Так, нужно... Сейчас, Гуль, потерпи, мы сейчас быстро оружие достанем и сразу же его завалим. Так, хорошо. О, я бегу вам. Так, беги. Опа, снайперка, дробовичок. Блин, ну оружие тут на самом деле такое себе, как бы... Так, давай я тут тоже какой-то нашла. О, у меня есть оружие, все зашибись. Так, бронька. Гуля, еще калаш. Откройте. Так, сейчас. Ой, не открывайте! Заходи, он не успел. Ну что ж, наконец-то мы все в сборе, и теперь у нас есть оружие. Блин, карточка в самом начале была, и это просто какое-то нереальное везение, как мне кажется. Угу. А еще у меня есть вот, что, смотрите, фонарик. Ого, прикольно. Да, если на дворе будет ночь, в принципе, Гуля нам будет нужна. Так, смотрите, он прямо у двери. Так. Ждет. Мне кажется, он ждет. Дай мне калаш.
Кстати, да, страшно, вот я забрал случайно. И ни у кого нет патронов. А, стоп! У меня перезарядилась, кстати, она. А, или нет, нет, у меня, смотрите, у меня не перезаряжается снайпа почему-то. А, я, наверное, твои патроны забрал случайно. Да, походу, вот эти, да. Наверное. Ну-ка. Я сейчас попробую в магазин зарядить. О, все! Ну, у меня, правда, патронов на снайпе всего 6 штук, если что. Но она, я думаю, будет ваншотить, по идее. Так, ну что, я открываю и сразу с калашом вылетаю. Так, вот, я его вижу, вижу. Он засаде. Так. Нормально. А, куда нам теперь нужно? Смотрите, я находил там еще один дом, еще одно здание, которое прямо напротив находится, вон то коричневое. И там точно что-то было, потому что я зашел, там было все в огне, и ничего не понятно, честно говоря. Так, а где он спавнится, как вы думаете? Идем туда, значит, так. Но это еще тоже непонятно пока что. Так. Ну, я думаю, надеюсь, что нам туда нужно идти. Блин, спав... О, сзади! Гуль! Так, тихо, беги! Я вот в этом проходе, он не выйдет. Я гранату кинул. Так. Ну, ты далеко. Слева! Так, все? Фух, да, живо. Все, заходим. Так, пока у нас патроны есть, в принципе, мы в безопасности. О, я там алмазный сундук наверху вижу, вон, смотрите. В таком же была карточка, кстати. Так. Блин, надо потушить, да? А, тут кнопка какая-то. А что-то открылось? Нет? О, вон еще один сундук наверху. А что открылось? Подождите. Подожди, ну-ка, встань. А, здесь блоки появляются, смотри. Ну-ка. А, все, я вижу! Давай я встану. Так, не-не-не, мы сейчас поумнее сделаем, смотри. Я уже тут, нет. А, я понял. Вот так можно сделать, это же деревянное. А, вот он, вижу! Так. Иди сюда, беги. Я сейчас с другой стороны попробую. Ай. Живой? Жив. Да, живой. Я сейчас попробую, вы его убили, нет? Нет, он спрятался куда-то там. Так, я сейчас его попробую обойти, я попробую. Блин, Гуля, с твоим фонариком вообще атмосферно. Так, я его обхожу. Опа. Вот он тут сидит. Где? Так, тут... Где-то здесь был. А, он уже ушел. Он ушел, походу. Так. Он, может, в обход пошел, чтобы его не ожидали. А, может быть, я там чувака... Где? Живите! Стреляй! Найс. Успели. Так, я тут еще одного мужика нашел, смотрите. А, может, хотя бы у вас получится сбежать в офисном здании. За одной из картин есть тайник. На складе должно быть что-то, что поможет, типа, добраться до вертолета. Это все, что я знаю. Офисное здание, это где мы начали игру. А, точно. Так, а он здесь мы все забрали, думаете? А, здесь, подождите, а наверху, наверх-то пропаркурили там? Или что? Или забыли? Нет, не пропаркурили. А, так я вроде, ты куда пошел? Он нас отвлек, понятно. Так, ладно. Так. А, здесь бумеранги два. Так, Гуль, держи один бумеранг. А, ага. Он, короче, знаете, где спавнится? Я понял. Он спавнится где-то у вертолета или на вертолете прямо. Это 100% инфа, потому что он оттуда бежал. Так, что еще тут может быть? Давайте тут еще посмотрим. Вон еще сундук же наверху. Надо как-то до него добраться. Я тоже не обратил внимания. Ну, я пока что-то, честно говоря, не вижу, как до него добраться. Тут все комнаты не ведут наверх. Тут никак особо не запаркурить даже. Так, а если снаружи, может, как-то сейчас проверю. Снаружи. Нет. А, вот подожди-ка, я снаружи вот вижу проход, походу, туда. Но этот проход, знаешь, откуда? Это нужно забираться на вот эти вот большие экраны желтые. Ого. Так, ну, мне кажется, это вполне возможно такое, на самом деле. Его не видно что-то. Подозрительно. Так, да. Вот, вижу его. Так, давай. Ничего себе, у Гули там дробовик! Бегите! Так, хорошо, живем. Так, ну давайте попробуем по кранам, что ли, этим полазать, я не знаю. Я могу попробовать. Только вы меня прикройте тогда, я не знаю. Хорошо. Так, а я вижу еще одно здание. Кстати, да, походу нам реально нужно по кранам тут лазать. Потому что я вижу там еще одно здание, и там просто куча зомбаков. Капец! Я надеюсь, нам туда не надо будет. Ну хотя. А, он тут. Ай, Гуля. Живите. Вы что, разделились или что? Нет. Вместе. Так. Вот но он, мы его отпугнули. Так. Я если что, лезу. Главное, чтобы он ко мне не полез, потому что если он сюда пойдет, я не знаю. Я могу тут просто упасть, как бы, если что. Гуля, он там был за углом. Так, осторожно. Так. Да вот он! Ай! Давай. Уйди. Блин, я надеюсь, сейчас никого не сольют, да? Оп! Беги! Так, еще один сундук. Подождите, я кстати. Я сундук, кстати, нашел. Подождите, я еще какой-то сундук нашел. Не знаю, сейчас посмотрю. Я его почему-то пропустил сначала. Так, где-то. А, вот он. Так, здесь. А, кодбрейкер! А мы видели какую-то кодовую дверь? У меня два сердечка, давай.
Минус Дима? А, я там еще за тебя, Дима! Подожди, Гуль, ты одна осталась? Да, да, он звонил прямо на моих глазах. Блин, короче, знаешь, что делай? Сейчас тебе нужно прямо быстро как-то спрятаться. Короче, ладно, если они ко мне пойдут, пофиг, я от них отстреляюсь. Но, mm-hmm. главное, ты спрячься, потому что я один тут по-любому не вытяну никак. Даже если я сейчас заберу все предметы, толку никакого. Так, мне по-любому, ну, нужно с кем-то выживать. Ну, и да, ты, да. И ты тоже, если они сейчас ко мне побегут, меня завалят, скорее всего... Ну, ты тоже не сможешь выбраться. Да, но я тут спряталась, какое-то место вообще странное. Блин, Дима слышал инфу про картину, он еще жив был. Я, кстати, лава-бутсы взял. Так, окей. Mm-hmm. И они побежали к тебе, я видел, они побежали к тебе. Так. Или подожди-ка, вижу. Блин, проблема еще в том, что у меня на калаш закончились патроны. Так, ладно, я сейчас к тебе приду, я тебе помогу. Так, у меня есть еще одна пушка, я тебе ее дам. Так, и на калаш у меня, в принципе, хорошо. Патроны есть. Так, опа, меня увидели? Так, ну он вниз что-то спрыгнул. Короче, иди чекай за картиной, за какой-то картиной, вот здесь в офисе, где мы заспавнились, а я тебя буду прикрывать. А вот я тут как раз тут, я да, сейчас да, вижу. Да-да-да, нашла. Тут, тут перья, кремень и палки, это на стрелы, типа, видимо, скрафтить, так, чтобы. Так, походу, да. А ты видела, где можно скрафтить? Один здесь, если что. Так, Гуль, держи вот эту пушку, я не знаю, что это за пушка, я тебе, короче, все патроны скидываю. Так, один заходит, один... Блин, не попадаю. У тебя много патронов еще? Лучше не трать много. Хорошо. Так, а мы тут все вообще обыскали, лутанули? Погоди-ка, мы тут были? Смотри. А я понял, иди сюда. Держи. Тут мы не были. Погнали. Нам походу сюда. Так, только на шифт в них не вставай, а то сгоришь. Да-да-да, я знаю. Так, книжка есть. Склад открывается только дистанционно на крыше другого здания. Я могу скрафтить стрелы. Ну давай, а лук? У нас лука нет. Или есть? Ну, я думаю, стрелы-то все равно лучше скрафтить. А бумеранга мы там не сможем открыть, думаешь? У меня нет. Ну, наверное, нет, да. Ну ладно. Поищи лук. Ай! Гуль! Ситуация критическая! Одно сердечко! Это было жестко! Все. Ух, капец! Погнали, мы где-то лук, мне кажется, пропустили, где-то мы... А, подожди, я знаю, где мы лук пропустили! Погнали, мне кажется, я знаю, потому что я же взял кодбрейкеры. О, одно сердечко! Так, что, серьезно? Да, два лука! Я был прав. Так, выходим... Мы успели! Блин, так, подожди, так, все, нужно сделать перезарядку. Ой, стоп, да, а зачем мне перезарядку-то? Ну, да. А у тебя есть какое-нибудь милишное оружие? Типа только меча? Вот это. Ладно, и нож катан. Есть. Есть нож на 8 урона. Ну окей, давай тогда назад. Так, блин, ну что нам осталось сделать, получается? Пойдем, я тебя тогда буду прикрывать, пока ты с лука наваливаешь вот здесь, и нам тут надо что-то выбить. Давай. Ты взял лук, да? Лук, да, взял. А я тебе не скинул? На, держи. Нет. Так, я буду прикрывать, но у меня только калаш, на самом деле, 30 патронов, и по сути все. Там так. Только глайдер один. Один глайдер? Да, я забрала. Так, окей. Я, кажется, понял, в чем прикол, на самом деле. А в чем? Так, тут? Где? Вот он! Так, погнали, за мной. Я понял, в чем прикол. Погнали за мной, нам нужно, короче, этот глайдер использовать, чтобы перелететь на другое здание. Только кто это будет делать, я, честно говоря, не знаю. Ты как думаешь? Блин, как думаешь, что там вообще обратно-то вернуться получится? Не знаю, давай посмотрим. Но в любом случае нам нужно 100% на другое здание, потому что другое здание открывает нам склад. Кстати, этот склад я, кстати, не видел, на самом деле. Надо его найти будет. Так, оп, погнали, тут не упади, прям аккуратненько. И на глайдере можно туда долететь, но чтобы вернуться назад, блин, ну я не знаю. Смотри, Гуль, смотри, видишь там рычаг? Вон там вот рычаг. Да, вижу. Тебе нужно будет, получается, его открыть. Так, ну я не знаю, полез... А, вон они. Блин, они сейчас сюда полезут. Ну, короче, ладно, беги, я тебя постараюсь по максимуму прикрыть. Если что, забирайся наверх, и если я сейчас смогу уже на вертолете взлететь... То я тебя прикрою, я тебя прикрою. Я полетела. Давай. И... Ну тут за боков капец сколько. Ох, блин. Ну ладно, Гуль. Я думаю, может их сверху как-нибудь отстрелять? Слушай, я не знаю, вряд ли у меня... А, ну ты сможешь, наверное. Да, можно. гранату я могу туда закинуть. Подожди, я туда гранату закинул. Прямо в них, по-моему. Вверх, иди вверх. Ой, как хорошо. Но это удачное решение было. Да, это прям вообще идеально, чтобы патроны много не тратить. Так, они сейчас на меня еще идут. Так, блин, я не знаю, честно говоря, у меня сейчас патроны докончились, походу. Последняя обойма осталась.
Блин. А нет, у меня вообще не осталось. Так, ладно, у меня еще снайперка есть. Снайпа есть. О, один зуб вообще вниз упал. Ай, блин. Фу, скидываю как могу. Полетел. Давай, 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 живи, живи. Так, слушай. Ты, пожалуйста, выживи, а то, блин, я без тебя тоже тут не смогу. Короче, я тебе закидываю еще туда тогда эти гранаты. Раз, два. Я закидываю еще две. Ну, погоди, я не смогу рычаг-то нажать. А, да, но ты подожди, пока они сдохнут лучше. Потом уже спустишь, ну хорошо, потому хорошо. Что они, я так понимаю, тоже жесткие. И я, короче, тогда ухожу отсюда. Я не смогу тебя прикрывать. Так, я их чуть-чуть тут обманул. Они до сих пор думают, что я там, походу. Я пойду искать склад. Он может быть где-то внизу. Надо, короче, какие-то закрытые двери, что ли, искать. Или типа того. Так, бита, не бита. Блин, патронов то, что нет, это, конечно, вообще жесть. У нас, по-моему, такая ситуация первый раз, когда просто патроны кончаются прям вообще в ноль. А! Фух! Ладно, есть еще снайпа. Да-да-да-да-да. Я со снайпы их, она вырубается одного удара. Это, в принципе, норм. Так, опа, гранатка еще есть, гранатка есть. Так, до вертолета, по идее, тут вообще чуть-чуть добраться. Так, 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 так. Ты жива? Жива еще? Да, жива, жива. А зомбаки-то там вообще не как-то исчезают или нет? Ну, они умирают, но они. Да, все нормально. Так, ну скажешь, когда рычаг ты додернешь. Блин. Хорошо, а ты склад нашел? Я нет, не. А, или погоди. Нашел! Да, нашел, нашел, нашел! Так, сейчас нажму, сейчас нажму. Сейчас, 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 сейчас. Давай. Все, открылось, открылось, открылось. Так, так тут... сейчас. Я наверх поползу! Зомби! Только выживи, только выживи! Я тебе сейчас... Я последнюю секунду вообще успею! Ааа! Бегу! Нашел? Все хорошо? Да, я добрался до вертолета. Так, я сейчас попробую взлететь, Гуль. Я сейчас попробую тебя забрать. Ну, я должен тебя забрать. Так. Так, 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 надо заправить его. Кстати, площадка достаточно хорошая для посадки. Все, я сейчас попробую взлететь. Я, конечно, на вертолете, ребят, летать вообще не умею. Но я постараюсь. Давай. Давай, пожалуйста, взлети! Пожалуйста, взлети! Пожалуйста, взлети! Давай, 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 давай! Все, я взлетаю, я взлетаю, я взлетаю! Фух! Блин, он очень сложно управляется, на самом деле, ребят. Просто нереально сложно. Но я все-таки должен забрать Гулю. Это моя сейчас первостепенная цель. Так, живу, 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 живу. Блин, тут же кран, тут же краны! Так, я, ладно, мне нужно очень высоко взлететь, чтобы эти краны обойти. Так, блин, это просто давай, какая-то... Давай. Ребят, вы не представляете, это такая ювелирная задача, на самом деле. Так, иду, иду, иду. Вроде на тебя, да, лечу? Да, на меня. Я просто вообще ничего не вижу. Тут если F5 нажимать, толку особо никакого нет. Так, скажи, когда приземляться. А, еще рано, рано, рано. Рано еще? Так, а сейчас? Снижаюсь потихоньку. Нормально, нормально. Только прям прямее, еще чуть-чуть подальше. Так, 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 так. Все, снижаюсь, прыгай на вертолет. Прыгнул. Села, улетаем. Все, давай, разгоняю. Походу улетели. Блин, я надеюсь, что сейчас не взорвется. Реально летели. Фух, это просто жесть. Не, вот это на самом деле сложно было. Вот это было сложно. Вообще в целом, тут очень много вещей надо найти. И, честно говоря, еще тут можно и упасть было, между прочим. Я вообще про это не подумал. Еще и без патронов, жестко на самом деле. Да, еще и без патронов. Это, наверное, самый сложный побег от зомби вообще, который был за все серии, как мне кажется. И мы с ним справились, и это очень круто. Так, а теперь высадка десанта! Ой, воды-то нет! Так, лечу. Блин! Так, ну что, посадочка была, в принципе, успешная, хоть немного жестковато. Да, ведь никто ничего не видел. Надеюсь, что серия вам понравилась, и если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видос. С вами была Спайк, Гуля, Дима и Фокус. Всем спасибо за просмотр, кликайте на видео, которое видите прямо сейчас на экране. Всем пока! Всем пока!